Красноярские спортсмены возвращаются с Олимпиады. Из Южной Кореи прилетели хоккеистки Бирюсы, Валерия Павлова и Екатерина Лобова, а также их тренер Александр Ведерников. Напомним, хоккейная женская сборная России показала лучший в своей истории результат, дойдя до полуфинала и заняв 4-е место. В борьбе за бронзу россиянки уступили сборной Финляндии со счетом 2-3. Накануне на родину прибыл Николай Алюнин. На прошлых зимних играх он получил серебряную медаль по скоростному спуску на сноуборде. На этот раз он вышел в полуфинал и имел хорошие шансы на победу. Но получил серьезную травму. Осколочный перелом голени и выбыл из состязаний. В Красноярском аэропорту спортсмена встречали друзья, родные, болельщики. Он был очень тронут таким горячим приемом. На самом деле я думал, приедет 5-10 человек максимум. Господи, как очень приятно. Извините, что я плачу. Выздоравливаю поскорее. Да, я выздоровлю. Тут речи-то никакой нету. Провели операцию в Корее хорошую. Послезавтра буду снимать уже швы. Хотел попросить прощения у всех болельщиков, друзей, кто рассчитывал на меня, надеялся.